«И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Эти пророческие слова связаны с другими, которые приводят евангелисты. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Как же объясняют их святые отцы и богомудрые экзегеты? Блаженный Иероним Стридонский предположил, что большое светило скрыло свои лучи или для того, чтобы не видеть висящего на кресте Господа, или для того, чтобы богохульствовавшие не пользовались его светом. Святитель Иоанн Златоуст увидел в трехчасовой тьме великое знамение, которого так ждали от Христа иудеи. Знамение это имело свое значение. Совершать такие силы на кресте было гораздо удивительнее, нежели сойти с креста. Еще одно толкование принадлежит преподобному Ефрему Сирину, который усмотрел в омрачении солнца свидетельство того, что в час позорной казни на кресте действительно страдал Творец неба и земли. В 8 веке до Рождества Христова Северным Израилем правил царь Иеровоам II. Правил он долго и успешно, окончательно освободил территорию Израиля от притеснявших его сирийцев, потому что Господь сжалился над своим народом. Но в то же время он не отступал от грехов его предшественников. Все так же поклонялся золотым тельцам, установленным в горах Дания и Вифиле. Страна была спокойна от войны. Но благоденствовали в ней только богачи, а бедняки страдали от несправедливостей. Мошенничество, неправый суд, продажа бедных в рабство – все эти беззакония дошли до слуха Господня. Бог послал из Фекои, города иудейского, в Израильское царство простого пастуха и собирателя смокв по имени Амос, но открыл ему все тайны своей воли. Суд Божий предстоял всем народам, и язычникам, и евреям равно. Беззаконным израильтянам грозит нашествие ассирийцев. Но мало того, пророк предсказал грозное знамение в природе. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование и все песни ваши плач, и возложу на все кресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Книга пророка Амоса, глава 8, стихи 9 и 10. В соответствии с библейским стилем выражений, здесь может идти речь не о собственно закате, а вообще о затмении солнечного света. Само по себе затмение – естественное природное явление. Но если о нем говорили пророки, то затмение предвещало наступление Дня Суда Господнего. Исследователи Библии, ссылаясь на астрономов, утверждают, что в Палестине были затмения 9 февраля 784 года и 15 июня 763 года и отождествляют их с предсказанным Амосом. В скором времени на Израиль стали приходить полчища ассирийцев. И в 721 году Саргон II взял Самарию и окончательно уничтожил Северное царство. Уже находясь в плену, праведный Тавид вспомнил пророчество Амоса. «Никто не вспоминал праздничных дней. Уведенные в Ниневию евреи жили тягостно и опасались расправы». Но, как известно из астрономии, затмения повторяются над теми же местами Земли через 54 года и 33 дня. Рядовое ли явление удостоилось внимания пророка? Для Библии характерно, что пророчества о близких событиях соединены с пророчествами о дальних и более таинственных. Обратим внимание на пророчества Захарии, произнесенные уже после плена. А они довольно близки к пророчеству Амоса. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться,
день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Книга пророка Захарии, глава 14, стихи 6 и 7. Заметим, единственный день – уникальное явление. И в другом месте: «И они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, глава 12, стих 10. Сопоставив два пророчества, мы легко увидим, когда предсказанное двумя пророками сбылось полностью. Евангелие говорит: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого», или, по нашему исчислению, «от полудня до трех часов дня». Буквально, по слову Захарии, в вечернее время явился свет, ведь иудеи, согласно Иосифу Флавию, отсчитывали ранний вечер от девятого часа. Был же это праздничный день, пятница перед Пасхой, вечером которого иудеи собирались вкусить пасхального агнца. Но для апостолов это был день скорби и отчаяния. Женщины, следовавшие за Христом, не сдерживали слез. Однако и ожесточенный народ переменил свое настроение, тронувшись тем, что само творение оплакивало Творца. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Евангелие от Луки, глава 23, стих 48. Не только иудеи видели тьму при распятии. По преданию, священномученик Дионисий Ареопагит, на тот момент будучи язычником, вместе с другом Аполлофоном наблюдал нежданную тьму против законов природы, произошедшую в полнолуние. Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир, видимый, кончается, сказал тогда будущий святой. Христианские апологеты, доказывая неверующим истинность евангельских событий, ссылались на астронома Флегонта, который, находясь в Малой Азии, также наблюдал тьму в шестом часу. Сейчас его сочинения утрачены, но в древности любой желающий мог бы обратиться к ним и проверить. На утренне Великого Пятка церковь воспевает: «Солнце померче, не терпя зрети Бога досаждаемо, Его же трепещут всяческое, тому поклонимся». Научимся же не наносить бесчестие Творцу неба и земли, Владыке солнца, луны и звезд, но воздавать Ему должное поклонение. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.